Примадонна не так давно побывала в гостях у Олега Меньшикова, где сделала несколько откровений. Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева не так давно побывала в гостях у Олега Меньшикова и дала тому интервью. На страничке ее дочери Лизы Галкиной в социальной сети Instagram появилась запись. На ней отрывок беседы Пугачевой с Меньшиковым. Разговор зашел о возрасте Примадонны, которой в апреле исполнится 70 лет. Пишут, обвиняют, она же старая. Да, я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить, что душа молодая, не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь, проснуться бы. Встаешь и понимаешь, что надо посидеть, чтобы голова не закружилась. Были на Дальнем Востоке. Не помню, когда вино пила. А давай выпью. И таблетку заодно. Есть прелести, над которыми не надо насмехаться. Это само по себе смешно, заявила Примадонна. Те, кто обвиняют вас, пусть доживут до такого возраста и с таким достоинством. Вы мудрая и очень настоящая, можно много говорить об Алле Пугачевой. И у каждого свое мнение. Но то, что она единственная и неповторимая, и другой Аллы Пугачевой не будет, это однозначно, опять пересматривала. Так круто может сказать только Алла, обожаю ее. Что интересно, все станут старыми, кто-то раньше, кто-то позже. И у всех будет разная старость, Алла Борисовна, ничего не может сравниться с вашей прямолинейностью. Самое главное, достойно прожитой жизни не каждому дано на склоне лет иметь такую отраду, прекрасных деток, которые дают сил и душевных, и моральных. Всех вам благ и здоровья, Алла Борисовна. Умный и уважающий себя человек никогда не будет писать такую фигню. Тот, кто пишет такое, можно подумать, не будет таким. Я вас обожаю, заметили в комментариях пользователи.